За последние сутки в нашем регионе было зафиксировано 125 случаев коронавирусной инфекции, 83 из которых являлись симптомными, и 4 новых случая заболевания вирусной пневмонии. За время пандемии в нашей области количество заболевших коронавирусом достигло 8708 человек. С начала этого года от КВИ и вирусной пневмонии погибло 84 человека. На сегодняшний день функционирует у нас 1325 коек. Из них реанимации составляет 139 коек. Нагрузка на инфекционные койки составляет 56,6%, нагрузки на реанимационные койки составляет 36%. В резерве у нас 2278 коек. Лечение в инфекционных стационарах по региону сейчас получает 750 пациентов. В реанимации находится 50 человек и 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем карантине находится 5571 человек. По-прежнему работают 11 ПЦР-лабораторий, в которых проводится в среднем 5000 ПЦР-анализов за сутки. Спикеры проинформировали население также о новых поставках к нам доз отечественной вакцины против КВИ. Сегодня мы получили нашу казахстанскую вакцину «КазВак» в количестве 2000 доз. То есть 1000 доз первый компонент и 1000 доз второй компонент. Поэтому мы сейчас ждем сертификацию, и на этой неделе мы начнем вакцинацию. С 1 февраля текущего года вакцину против коронавирусной инфекции у нас в области получили 38397 человек. Из них первым компонентом привились 32121 граждан, вторым компонентом 6276 граждан. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».